Здравствуйте. Вы рады, что я здесь? Я тоже рада, что вы там где-то. Побежали. Ох! Начало ужасное у нас сегодня. Но, как всегда, я надеюсь, что будет все хорошо продолжаться дальше, а? Значит, мы пропустили все, я пропустил все. Интересно, сейчас в дверь не паду наверняка. Даже не дойду до двери, потрясает, наверное, это. Хотя там было вроде две штуки. Отлично, все потратил. Да уж. Совсем что-то я сегодня. А, там еще вишневая штучка есть, точно. Взяли перчик. В дверь просто внес меня так. Но, как знаете, хорошо у нас тут, хорошо. Так, ракетик, и мы знаем, что он полезный, но мы не знаем, что мы можем попасть туда. В смысле, не знаем, что за бред опять? Так. Откуда? Как деньги заработанные, вижу. Сверху, кстати, за них тоже даются деньги, оказывается. Вот так сюрприз, да? Отлично. Дверь близко, я вижу, чувствую. Не-а. Так, магазинчик. Нет, ничего, не вижу там новенького. Что ж, подведем покупать. Сейчас будем попадать мы в цель. Он просто большой, да, маленький в смысле, наоборот. Во, видите, ускорение хорошо идет. Это плохое. Действие было. Да что ж такое это? Редкие медведи, слушайте. Мимо, да мимо, да мимо, да мимо, да мимо. Просто серия была получше все, да? Эй! Ну как бы ладно уже. Эй, а вот это нечестно снова. Меня тут пытался. Бочкить, оказывается, нет. Какие-то новые задания появились, я не заметил. В смысле, были они уже. Ах, я думал, что я бочка. Кус-кус. В общем, все. Та-дам! Никогда не смотрите рекламу, когда вы снимаете. Так. Что ж, дальше что у нас тут? Ага, кролик. Опять мимо. Ё-моё, редкие медведи. Тыщ, тыщ, барум! Рар! Что ж такое, слушайте? Все мимо, да мимо, да мимо. Так. Ё-моё. О. О. Во. Я по... Блин, ну я не знал, что тут. Видите, они такие нелепые моменты влезают, всякие там бонусные медведи, которые я не успеваю хватать. О, медведи, мешки. Мешок, медведь. Мешметь, ладно. Что у нас сегодня? Ничего сегодня. Ну что сегодня купим? Новенького, совершенно новенького, что сегодня узнаем? Вот еще вопрос века. Уже 22 тысячи, а ничего нет для покупки. Попрыгунчик. Ну кролик же, ё-моё, да? Сейчас мы его... Ой. Дверь как-то близко влетает уже. Эй, так нечестно. В общем, вот. Третья дверь. Да, мой рекорд вот там где-то. Что там за стрелочка? Укажите, что такое за... Ой, я забыл, я не видел, что происходит. Я просто про эту бочку пропустил, потому что не узнал, что я на бочке, оказывается.
Ой-ой, что это такое? Странно. Наконец-то покупка доступна. Что у нас там? Медведь доступен всего лишь. Посмотрите, но он деньги дает, поэтому покупим. Теперь понятно лучше. Ладно. Это хорошо узнать. Я думал, что я молодец, оказывается. Ой, нехорошо это. О, хорошо это. Так, что за дела? Какие дела? Слушай, дел нет пока. На эти ворота вторые, третьи. Они сложные, да. О. О, можно, кажется, вверх тоже. Ну, это очевидно, что это возможно, конечно же. Пшш, как говорится. Кто говорит? Странно, что дверь не разбилась. Зачем они вот пирог не чинят, а дверь чинит постоянно? Ну, ё-моё. Давайте нового медведя, который сундучка деньга видный. Да что ж ты творишь? Ладно, хватит его бить в прыжке, наверное, да? Пытаться бить в прыжке. Я хочу просто разнообразие. Попрыгать в прыжке на этого типа. Он не хочет прыгаться. Ну, вы знаете. Ну, деньги хорошо. Знаешь, что это значит? Все это хорошо. О. Дверь, осторожно! Ну, естественно. Интересно, что у них сохраняется прогресс разрушенности торта. Торта, ё-моё. Когда... О, вот он, нашелся. Так, что делать? Не столкни. Что коснуться? Что толкнуть? Что? Вот дурацкое описание. Я не понял, что здесь говорят от меня. Вот иногда бывает делать тупые обучения, когда все знают, что делать. Обучение, блин, ну это дураков словно. А тут наоборот, обучение делает, что делать, но я не понимаю, что делать. Ну что-то бред какой-то. Ну ё-моё. Ух ты, ё. Такие картошки. Копим деньги. Бьём в прыжке. Нет, не бьём в прыжке, бьём в ударе. Такс. Кликаем постоянно, да? Ай. А вот так нечестно. Медведи не было совсем. Опять медведи нет. Где моя честность? А все, уже конец. Так, ладно. Что можно ждать неожиданного такого? Чтобы прям супер деньги получить или что-то у нас. Ладно, побить прыжки. О! Вот так сюрприз, да? Ух ты, ё-моё, надо его подбивать несколько раз, я понял. В смысле, все, теперь я понял. Он там на лосинуке летит, нужно его подбивать 3 раза, написано было. В магазине. Нужно было тыкать, чтобы так в тот момент, чтобы ключом подать в него сундук. Я понял. Интересно, нужно обязательно 3 раза или за хотя бы 1 или 2 раза бьют тоже бонус, нет? Надо тренироваться, видите, он на сундуке летит мимо. Так. Ну ничего, тортик ломается зато. Ё-моё. Вот это страшно. Деньги в студию? Нет. Опять ты, слушать, опять он. Ну. Ну да, они чередуются точно. Его вроде получал как-то, или вроде нет. О! Ненужные вещи, как бы. Рррррр! Жалко, что эта штука не помогает мне сейчас.
Маловато монеток вылетает. Дай монеток. Маловато вылетает. Что ж такое-то? Вот такое вот то. Что ж, что, да? Маловато монеток сейчас получилось. Кстати, эта штука помогает ударить хорошо по земле. Это я помню. Дверь, ворота. Осторожно. Они здесь. Какая скорость-то? Какая? Измерьте сами, что ли, не умеете. Ну... Двери, осторожно. Двери закрываются. Приближаются. Да. Задание хочу прочитать, но не хочу. Забыл, точнее. О! Покупка. Опять медведи покупать. Что надо покупать? Этого или этого? Что улучшать? Медведя. А! Повышаем сумму денег, которые у него находятся. Написано, потому что так. Но я там еще пеньяку получил, оказывается, забыл. Ну хорошо, хорошо, улучшаем, так улучшаем. Ха. Это попался деньжатый как раз, да? Деньжат. Читы. Опа, мимо, садинг. О, сколько у него денег теперь? 400, да? 1000! О! Было 200. Так. Ну, тортик съедается. Понимаете? Они каждый раз едят этот торт. Потому что название, улучшение так называется, что они едят торт. Хватит рассказывать истории, пошлите. Крикуны... Они разноцветные еще бывают. Ха! Где торт? Где скорость? Брым! Барабум! О! 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 Мимо жали немножко. Это был денежный, что ли? Ха! Жаль. Ну надо действительно спрыгнуть с... А, смотрите-ка. Спрыгнуть с летающего нужно, попасть в медведя. Пройти большое расстояние, не пострадав. Где измерить расстояние? Я не знаю о таком. Не видел такое. Ого, вот так сюрприз. Где ваше измерить так называемое расстояние? Пройти не пострадав, ё-моё. Пострадали уже. Страдание, да? Так, ну естественно... Брум! В смысле, бабах. Опять мимо денежного, жаль. Ох ты, неожиданный не укус. Не жаль. Так, кто-то у нас бежит, бомбенок. О! Да в никого, да? А, нет, во всех. Ну, почти. Глупые люди. Медведи, то есть... А, ну я, кстати, третий ворот, это хорошо. Сейчас мы его опять же забьем. Ого, даже не знал, что сейчас прям. Да что ж такое, страдания одни, да? Пострадали, как говорится.
нечестность. Где их толпа? Чё их не толпа? О, денежный. Бомбовый. Ракетчатый. Бочковый. Да, что ж, я опять такой не совсем совпадающий. О, еще торт поломали. О, смотрите-ка, уже, кажется, на стены едем. Мои денежки близки к 30 тысячам. 30, ё-моё. О, опять кролик, слушайте, какой кролик? Почему кролик, если мы должны были сейчас этим сражаться с конфетным типом? Уэээ, крики! Двойные, тройные, четверные. О! Жаль. Арх. Арх, опять мимо всех. Ладно уж. Наконец. Ого. Почти у ворот самых. Слушайте, надо посмотреть мне повтор. Сколько там стоит ближайшее улучшение? Злость, я прям сейчас все потратил сразу. Фиг, мы долетим так далеко. Да. Тыщ! Нифига себе, улетели далеко. Как там будет скорость, чтобы раз подворота? Не знаете ли, случайно? Арх, орх. Ворота снова здесь, слушайте, я опять не пробиваю эти ворота, я же когда пробивал их. Да, я же пробивал их, видите, я пролетал дальше. Или как? Ну да. До третьего мира. Снова видео. Где мой магазинчик, счастье? Ничего, снова, за 40, что ли, тысяч? Ближайшие. Да что ж! Теперь такое-то. Мешочек. Достижение получено, да? Спрыгнул с мишки. Или я сейчас не сделал этого? Не сделал не совсем это, или что? Поздно, не туда, или что? Интересно. Да что ж за пропасти медвежьи? Еще один удар и все. Я, видимо, не сделал этого, жаль. О, наконец. Опять медведя покупать. Я хочу улучшать себе способности магические. Ой-ой-ой-ой. Чтобы больше повысить скорость. Нет, давайте пока накопим на что-нибудь свое. А-а-а, пиньета. Накопим на что-нибудь другое. Вот тебе критический удар в прыжке. Попрыгунчик, ёшки мартышечный. Арх, думала эховый. О! Откуда ваш мешочек выпал? Наш, а он не наш. Мы его нашли. В вагоне большом. Хотел пнуть этого человечка, а не вышло ничего. Вот так. Сюрприз. Деньги, деньги, деньги. О, вот эти деньги, деньги. Ворота, я слышу их. Шмяк.
Отлично, отлично, отлично. Во-первых, возьмем штучку. Ля-ля-ля-ля-ля-лям. Я хотел деньги, больше денег. Что будем делать? Канаты, ракетный удар лучше. Больше денег за мишек. Что за такие лакомства? Больше денег за мишек. Нужно копить деньги больше. Собака! О, у меня же это... Большая. О, какая удача. Как бы. О. Арх! Сложно. Ох, ё! Вот это весело было и много. Сколько заработал я за один попытку? 10 тысяч. 10 тысяч. Ладно, ладно. Ха! Это что такое, слушайте? Мне бонус выпал или что? Больше урона в медведя, что ли, как? В существо за врага. Существо враг. Ну, отлично. Так. Ох, ты смотришь, несколько можно за один раз даже. Эй, ё-моё, хватит уже. Смотрите, уже близко место. Стены. Копим деньги дальше, копим деньги. На, не торопись, фасадёнок! Ё-моё. Что за машинка вообще такая дурацкая? Он даже своих же, наверное, давит этот. Ездок на мишках этот. Но я ее трачу свои как удары, как могу. Так. Опа. Не свалились мы. Потеряли деньги мы. Вот безумный, видите, человек летит на ракете. Какие человеки? Ну, будем называть людьми, что ли? Нет. Мало денег, потому что в непопадание получается. То, что я сразу все удар трачу. Ну, так, видимо, нужно мне. Уже, наверное, в самый удачный момент тратить удары, но нет. Я делаю не совсем самые удачные моменты. Так. Скорость меньше половины, скорость гораздо меньше половины. Карманник. Ладно, смотрите, тип давит их своих мишек, которые медвежонок едет на этой штуке. Вопрос века снова. Для медвевека. Так. Какие-то миссии сложные какие-то, не проходятся. На мой взгляд. Ну ё-моё. Достижение совсем получилось, потому что я не на особо в мишку упал, да? Ах. Ха. О, повезло. Ё-моё.
Ой, летучий. О! Раз. Два. Да. Да. 10 000. Хм. Хм. Что мы сделаем? Давайте до последнего... Не торопиться. Потратился, потом катимся мы, как шарик. В озере. Эй, эй, эй. Что не кликнулся? Ну, а летучий снова. Здравствуй. Мимо! Опять в стену. О! Вот это был сюрприз для нас. Уже давайте еще. Что? А, ну да. А что? Еще. Что? О! Ну ладно, давайте последний запуск на сегодня уж. Раз уж вы такие. Не кривой, главное. О, отлично. Сяй, сундучок! Ну, видите, это на самом деле не так уж сложно, на самом деле. Главное, на самом деле, сделать так, чтобы это на самом деле было на самом деле не так сложно, на самом деле. Медведи с какой скоростью бегут, слушайте. Такой же, как мы летим. Так. Ну, кто так делает, медведей? Двигатели встроили наверняка. Как всегда. А, кус-кус! Ну, ладно, стена непробиваемая теперь почему-то. Хотя в прошлый раз было. Пока. Суть рекорды. Ясно.